Да, вес был предыдущий не взят, соответственно, мы добавили, чтобы его взять наконец. Мало немного, много не мало. Давай. Еще плюс добавить не возьмешь, конечно. Вот так, блядь. А мы сегодня делаем рывок. Тренируемся делать рывок без отрыва ног от помоста. Ага, легко. Подрыв, подрывчик, подрывчик. И потом жестко вниз. Вот. Сейчас хороший подрыв. Поскольку вся моя затея несла своеобразный характер блога,
немножечко мыслей у меня скопилось. Я их вам стараюсь изложить. Я на самом деле таких чувствил давно еще не был. И такие моменты я всех, настоятельно всем рекомендую пережить, потому что, когда ставишь какую-то цель, пускай она будет абсолютно незначительная в рамках вселенских масштабов, да и в рамках жизни, собственно, тоже не особо-то значительно. Вот, и вы по итогу добиваете, все эти эмоции, они... Я даже не знаю, с чем их описать, это эйфория своеобразная. Я же просто немножко отошел, у меня человек не доснимал их. Но когда я именно непосредственно после РФК, это что-то непредаваемое было, как будто бы я нахожусь даже не на земле. И к чему я, в общем, все это излагаю? Моменты, как этот, они доказывают то, что они доказывают истину. Ведь когда человек учится, и все, и усердно идет в правильной своей цели, мечты, рано или поздно у него в голове возникают вопросы. И моменты, как этот, они дают ответ на вопросы, потому что теперь у нас есть истина. А истина заключается в том, что когда человек тяжело работает, трудится, а его мечты, цели, стремления рано или поздно материализуются. И, собственно, вот и все. Вот и все, что я хотел сказать. Поэтому, ребят, ставьте цели, мечтайте, добивайтесь и всем добра. А что касается меня, то, скорее всего, на этом мой путь в мир тяжелой атлетики временно завершен. Потому что тренировки с железом у меня уже вот здесь сидят. И как это парадоксально не звучало, скорее всего, до весны у меня теперь будет перерывчик от спортивной деятельности именно железом. Так что такие дела. Всем добра. И хорошего настроения. И сейчас чик.